Новый проект на телеканале «Самара ГИС». Цикл программ о счастливых самарских семьях, в которых гармонично сочетаются особенности и традиции разных национальностей. Азербайджанец-отец и русская мама. То есть много таких семей вокруг. Во втором выпуске цикла расскажем, почему армянин с легкостью выбрал русскую жену. Бабушка русская, Мария. Тогда, наверное, Советский Союз был, все общались друг с другом. Как знание двух языков помогает в семейной жизни. Я знаю некоторые слова и могу понять общий смысл разговора. Когда он разговаривает по телефону, я потом иногда там спрашиваю, а вот ты там вот это сказал, а куда вы там собрались или что, что это значит? Что выигрывают дети благодаря смешению в семье разных национальных культур и традиций? Мне нравится папина долма и плов. Мне тоже. Две Пасхи отмечаем. Два Рождества, две национальности в семье – это очень здорово. Смотрите программу «Мамы и папы со всего света» 31 июля в 19:30 на телеканале «Самара ГИС».